Да, Шарик, что ты хочешь? Блин, спорить хочешь? Ты всегда хочешь спорить! Да конечно, я более смелый, чем ты! Целый день ужастики смотреть? Блин, кто первый сдается, тот проиграл. Такие были скиллы мяса. Все, давай, я пошел уже со страшилки смотреть. Да я самый смелый, не то что ты. Все, пока. Целые сутки смотреть страшилки? Да я самый смелый. Вот тут страшилки буду смотреть. С чего бы начать? Наверное, что-то менее страшное надо выбрать. Страшноватый. Этот фильм тоже страшноватый. О, вот этот выберу. Точняк. Вот ё-моё, страхопуть это какое? Ой-ой-ой, прятаться, наверное, надо, давай! За что, урод, опять как вы, дамы, я лучше спрячусь. А то если как ко мне придет, я же какаюсь. Ой, это что, зачем я с этим шариком-то поспорил? Нафиг оно мне надо, это страшилки давите! Блин, позвони, что ли, признаться, что я не могу смотреть их. Нет, потом же ржать с меня будет. Ладно, еще в страшильскую игру поиграю, так и быть. Ой, сдаваться рано, так и быть. Еще поиграю в игрушку в Грэнни. Я-то, надеюсь, смелый. Подумаешь, немножко страшилки испугался. Но все мы испугались пиковой дамы, не только я. А вот Грэнни я точно не испугаюсь, топуняк. Так, идем сюда. Сюда идем. Ой, блин, эти Грэнни стрёмные все. Ё-моё, еще дом такой страшный. Ладно, ворота, так. Ой, Грэнни, папа, это страшненько! Блин, как ты теперь жить с этими страхами? Это Грэнни со своими палками, чуть меня прибить не хотела. Блин, да лучше я проиграю, чем умру от страха. Что за звуки? Кто там причитает, а? Блин, батя идет. Батя, точно нельзя рассказывать, а то с меня смеяться будет, скажет, я Шерлок, трус, что со мной до охоты даже не пойдешь, а то я это кролика испугаюсь, этого зайца. Эй, бать, это я, но я не прочитаю. Да? Ну иди сюда. Я вообще не прочитаю, это вообще не я. Да? Да, это точно не я. Ладно, я только спросил, что, не надо оправдываться. О, ты в Грэнни играл, смотрю. Грэнни, я на нее смотреть даже боюсь. Я не играл, бать, можешь закрывать компьютер. Даже глазком взглянуть не хочу. Чего? У меня сегодня как раз день свободный. Ну давай я Грэнни твою эту. А не, бать, обожаю. Блин, подальше бы. Не хочу. Мне вообще она не интересна. Я ее трижды прошла, я уже все знаю, можно даже не проходить. Закрывай комп. Я лучше, блин, смыться бы побыстрее от этой Грэнни подальше. Я вообще лучше это... покушать хочу. Во. Покушать? Я тебя разве не кормил сегодня? Блин, кормил. Все равно хочу, у меня это голод голодской. Да? Ну ладно, ну слушай, ты так дошел далеко в Грэнни. Подожди, я ее закрывать не буду. Ой, блин, зря ты ее не закрыл, закрывай, блядь! Не нужна она нам! Я тебе говорил, уже 10 раз ее прошел. Блин, не закрыл, я даже посмотреть в ту сторону боюсь. Ну так и пошли. Поешь, и будем дальше проходить. Ну так я же говорю, что я тебя насыпал, полная миска. Че не ешь? Ты ж голодный. Блин, спалил меня. Это я батя про запас заставил. А еще больше не можешь насыпать? О, ешь, пришла она, сатана, бать, съедает твою еду. Я потом найти не могу ее. Че? Ника твой корм ест. Ну ты сказочник, хочешь... Вкусняшек, так и скажи, ладно, сейчас тебе колбасенцы кусочек отрежу. Я вообще ничего не хочу любовать. Такими страшильскими играми отстал от меня. Ладно, так и быть, колбасенцы кусочек съем. Ну что, пошли играть? Я ж хочу Грэнни навалять. Ой, бать, что-то это в туалет сильно захотелось. Терпячки нету, попёр я. Что случилось, понос что ли? Ё-моё. Давай быстро, я знаю твои эти. Иди. Что-то с ним сегодня такое. То есть, то вон приперло, побежал уже. Лучше уже на улице бегать. Ходи, чем Грэнни ту смотреть. Страшильскую. Блин, батя смотрит. Надо это притвориться, что я это по-большому. Батя, это! По-большому, видишь? Все нормально, бать! Все, я готов! Что ты готов? Готов уже в игру играть? Какую, бать, игру? Я тут вспомнил! А
игру. Если бы я это от страху просто. Не, батя, вспомнил, мне уроки делать надо. Я это Матешу не сделал. Русский, английский, география, биологии. И так вот, мало. Информатику еще. Подожди, что это за уроки у тебя такие? У тебя отроду столько уроков в один день не было. Что-то мне это все не нравится и странно как-то все. Ну ладно, делай свои уроки. Я пойду сам поиграю, так и быть. Лучше уроки учить, а чего эти страшилки смотреть или играть? Потому что я буду это ученым псом. Пусть лучше он как раз все пройдет, и тогда меня больше трогать, наверное, не будет. London is the capital of Great Britain. Так, что я еще запомнил? My name is Sherlock. I'm from Belarus. I am four years old. Да, думаю, батя уже доиграл. Ладно, пойду проверю. Бать! Батечка! Ты чё там как? Шерлок такой движ пропускает. Ну чё ты, где ты? Где ты там спрятался? Иди сюда, я тебя подожду. Ну где ты? Где ты? Ну куда ты? Здоров, че, боишься сюда идти? Ха-ха-ха, я тоже боюсь. Эй, бать, ты че там уже все закончил, да? Тихо, не отвлекай меня. Батя, закрывай, скорее, закрывай. Батя, закрывай, говорю. Че закрывать? Так меня сейчас загасят, подожди. Зачем закрывать? Да хоть на паузу поставлю. Так, подожди. Что-то тут неладное. Ну-ка, давай рассказывай, что произошло. Спать, мать, что-то хочется. Что-то я себе там не выспался сегодня. И говорил, закрывай, спать надо идти. Ну и лучше свалить отсюда по-добру, по-здорову, чем это. Опять будет приставать, лучше еще раз поспать или английский поучить. Странно что-то. Что, мой рыжий друг... Днем спать пошел. Его ночью не загонишь-то. Че-то тут неладное, а? О! Здрасте! И ты спишь? Сплю, батя, сплю, а что уже поспать нельзя? Я вообще люблю спать днем. Ты что, забыл? Я целыми днями всегда днем сплю. Вы что с Шерлоком сговорились, а? Что это у вас сегодня за сонное состояние? Это вам вообще непонятно? Пошел спать! Днем-то. В смысле, бать? Рыжий спать? Это я все время сплю днем. Он еще издевается надо мной. Будет все время. И сплюшкой говорит, что я сплюшка. А сам спать пошел. Все-таки струсил, да, бать? Все-таки он струсил. Трус этот. Ты о чем сейчас? Ну-ка, Ватсон, поподробнее с этого момента. О чем это ты, а? В смысле, бать? Ну, рыжий же. Все утро мне мешал. Своими страшилками. Потом свою эту... игру страшную включил, а потом как испугался и того, и другого. Да? Да, бать. Так он мало того еще с Шариком поспорил, что кто выдержит сутки страшила, тот выиграет мясо. Поспорил, да? Еще и на мясо. Ну да, он же говорил, что я самый смелый, ты Шарик нет, и я выиграю у тебя мясо, а походу испугался. Ладно, Вася, спасибо. Иди гуляй. Ладно. Когда я ему запрещаю ужастики, он их смотрит, да? Игра Гренни, там, где вообще только эта страшная баба ходит, так он ее уже боится, уже ужастиков пересмотрел. История просмотров. Ага. Пиковая дама. 18+. Отличный выбор, Шерлок! Ну, слава богу, хоть один только смотрел. Ладно. Я же ему сказал. Фильмы 18+, игры 18+. Не смотрим, психика еще. Детская, не устоявшаяся. Места захотел, да? Еще и наспор. Ладно. Шерлок, мой друг, ты где там? А чё сидя? А это по новой методике медитации. Классно тебе, да?
Шерлок, а давай с тобой поспорим. А на что спорить будем, а? На мясо? Ну да, на килограмм. Ох, мяско я люблю, давай. Ну короче, спорим мы с тобой, знаешь на что? Давай поспорим, что ты сейчас не позвонишь Шарику и не признаешься, что проиграл ему килограмм мяса. А откуда ты про спор знаешь, а? Я тебе не рассказывал! Походу, батя все прорыл, ты, наверное, Шарику ему позвонил и все рассказал. Ну так что, спорим на килограмм мяса, что ты сейчас не позвонишь ему? Ребят, а что делать, а? Либо признаться, что я боюсь страшилки и страшные игры. Либо от батикина мяса получить. Жду быстренько в комментариях от вас советы. Пишите, пожалуйста.